Успешный молодой тренер по фигурному катанию уезжает из России. Если 20 лет назад это было в порядке вещей, то сейчас наши специалисты предпочитают работать на родине. В Москве и Санкт-Петербурге для этого есть все условия. Государственные и частные школы, катки, а главное неиссякаемый поток детей, мечтающих о славе Загитовой и Медведевой. Тем не менее, восходящая звезда тренерского цеха Ангелина Туренко решила на кардинальные изменения в своей жизни. И теперь будет работать на благо итальянского фигурного катания. К 32 годам Ангелина приобрела большой тренерский опыт. Применять она его будет за рубежом. Так счастлив, что мы наконец начали работать вместе с Ангелиной. «Добро пожаловать в семью», – написал в Инстаграм основатель Академии Лоренцо Магри. Болельщики стали гадать, что же заставило известного и успешного тренера оставить родной Санкт-Петербург и переехать за границу. И почему именно в Италию? Ответ стоило искать в романтической плоскости. В сентябре 2020 года Ангелина вышла замуж за итальянского шеф-повара. Так что решение девушки о переезде обусловлено личными обстоятельствами. Иными словами, Ангелина уехала из России из-за любви.